О, мен деле соку күттөм азыр. Анткени мына Жалилов топту өтө көпкө чейин койду жана соку өтө деле болуш керек. Андыктан Алимардон Шукуровна өзү топту дарбазага чимирилтти жана себя Лукулов и прямой ногой правой. Сейчас посмотрим этот эпизод. Навес, и первым на мяче ровно мяч уходил, и низкий старт получился у Тамерлана Козубаева, и в данном случае победителем из этого эпизода разбегается игрок сборной Мьянмы, бьет, и... Токотаев топтун багытын тапкан экен, бирок сөз турдум да оюн 3 может он добавить. Очень грубая ошибка, и могут забить сборная Мьянма. Токотаев очень хорошую игру Эрджана Токотаева, смотрите. Дождался он момента. Разыграли. Было падение, ничего нет, показывает арбитр. И рукой быстро разыграли. Будет эпизод. И забивает сборная Мьянмы. И пока наши спорили, отвлеклись на этот момент. Быстро разыграли. И они делают вперед, идет игрок сборной Мьянмы. Сделал передачу. И Узденов здесь прервать передачу не сумел. Токотаев. Кайрат, кана ең соңғы мүмкіншілік қолдан чушыны жана соққу мынамын деп қорғочу шыққан Узденовтан мына Кайрат топты алып жақынқы мына бұрышқа соққын қазір ұзатылған пастан кейін кепті қозғойлу мынамын деп Кайрат Кайраттан топ менен гол. Бір ардақты футбол сүйіншілері кимде ким да биздин үмүтүбүздү мынамын деп биздин жигиттер актап отурат. Эсеп 1-1 жана 1 сыграл Кайрат Жыргалбекулу. Вот смотрим, он получает мяч, убирает защитника и с левой ноги пробивает. Там очень хорошо пробил, убрал